Чтобы понимать, что или нет, мне хватило два вайпа. Ну вот, видишь. Женя даже быстрее поняла. В смысле? Голова же. Такое. Эй. Поешка летит. Так. Каска целая, кстати. Что у первого, что у второго. А я просто в башку дал типу какому-то из них. Вроде бы вот этому, кстати. Но у него каска совершенно целая. Окей. Сейчас тут на втором этаже поглядим быстренько. Если мне не помогут, ребят, то я больше не буду играть. Оп-оп-оп-оп-оп-оп, жулик, жулик, жулик. Блядь! Господи. Кривоногое ты создание, блин, соскользнул по инерции. Не остановился персонаж. Хе-хе, сидит у него. Жулик там еще один, гляньте. Давай, идем. Идешь? А если тебе ножку отстрелить? Вторую ножку. Как хочешь. СВД. Сорок шестой, кстати, прятался за машиной. Хорошо, что жулик-детектор сработал. Ох, нихера, они тут еще народу не наубивали. Ёлушкин, три жетона у него. Походу, у меня вся карта в сумке лежит, кстати. Так, маленькие жетоны выкинем, наверное.
Так. Ну, типы тут полкарты убили, и я полкарты убил. Карта пустая. Там уже челоботы, походу, пришли. Всем голову. А, нет, вот эту грудную клетку. Оп. Потенциальный клиент. Я вспышки вижу. А, вон кто-то ползает, ля. Чел, куда ты? Чание. Он ходит, смотри на него. Так. Где у тебя друг? Боянов ответил, что Тарков изначально разрабатывался не для того, чтобы быть открытым миром. Понял. Вы знаете, какой бы ролик набрал очень много просмотров на Ютубе по Таркову? Где... старые ответы Буянова сравнить с новыми ответами Буянова. Типа берешь старое у него там какой-нибудь подкаст. Берете старый подкаст у Буянова, где он говорит, что Тарков... Опа, по нему что-то чё стреляет оттуда? Что Тарков будет с открытой картой большой. А потом берете новый подкаст, где он говорит, что Тарков никогда не планировался быть с открытой большой картой. И вот просто всю эту тему склеиваете, делаете ролик на Ютубе на русском, на английском языке. Просмотров соберете, ёшкин кот, сколько чат. Чё принёс? О! Чел сюда идёт, по мостику, походу. Пришел. О, решала. Бля, а я с болтовкой. Капец тайминг. Руки короткие, не могу достать до него.
Оп. Извини. Блять, шлем забрал он. Тысяч опыта, кстати, отлично.